Дорогие земляки, коротко проинформирую вас об эпидемиологической обстановке на территории региона и о деятельности штаба по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Итак, сегодня на территории нашего региона выявлено еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших перевалило за 100, 103 человека за весь период наблюдения инфицированы на территории Самарской области. Это с учетом, конечно, тех, кто уже вылечились и находится давным-давно дома. При этом большинство людей болеют в легкой форме, только у 10 пациентов болезнь проходит в средней тяжести, и один пациент находится, к сожалению, сегодня в достаточно тяжелом состоянии. Пожелаем всем нашим землякам скорейшего выздоровления. Еще раз поблагодарим врачей за то, что они делают для всех нас –